Всем привет, меня зовут Евгений Борщ, я занимаюсь риггингом в Моха уже более 7 лет. Работал с разными проектами, начиная от маленьких YouTube проектов и заканчивая крупными студиями. На данный момент работаю ведущим специалистом по риггингу в студии Паровоз. Также параллельно веду несколько других проектов пилотов, которые вы еще скорее всего не очень скоро увидите. На курсе мы разберем с вами весь необходимый функционал для создания рига. Посмотрим, чем отличается базовый риггинг от продвинутого. Разберем задачи риггера, кто это, что это, какие функции он должен выполнять, что уметь. Разберемся с дизайнами персонажа, что лучше упростить, а от чего вовсе стоит отказаться.